Новоиспеченные депутаты получили свои удостоверения. В Краевой избирательной комиссии состоялось итоговое заседание. Мандаты вручили депутатам, которые прошли в законодательное собрание края по спискам, а также одномандатникам, которых избрали в Государственную Думу. В следующий раз народные избранники соберутся уже на сессиях в своих представительных органах. Конечно, задача депутатов от «Единой России» в Государственной Думе – делать жизнь лучше наших людей в Красноярском крае. Жизнь людей должна становиться лучше и лучше. Мы подошли с программой, эту программу поддержали люди, население. Теперь нужно ответственно выполнить те поручения, те наказы, которые люди дали. Краевой парламент начнет свою работу в октябре. Первая сессия намечена на 12 число. Тогда и примут решение, кто возглавит законодательное собрание, кто станет заместителем председателя, а также сформируют комитеты. Из предыдущего созыва в новый, четвертый, попала почти половина депутатов. Появились новые партии, и несмотря на то, что «Единая Россия» получила уверенное большинство, мы настроены на то, чтобы содержательно работать с представителями всех партий по тем вопросам, которые ставят сегодня избиратели перед нами, которые необходимы для обеспечения развития края. Рассчитываю на то, что в новом созыве законодательного собрания края мы, что называется, без раскачки сможем приступить к реализации наших планов.